Канал Аль-Иатисам представляет. Кто такой фахабист? Все книги, на которые мы будем опираться, там, иншаллах, не будет ни одной книги ашаритов, ни одной книги матрудитов, чтобы они потом не говорили, да вот вы опираетесь на книги своих там ученых. Его звали Мухаммад. Его отца звали Абдул-Вахаб, раб дарующего. Вы человека, который хотите назвать имя Мухаммад, его оставили имя, отца имя взяли, разделили имя пополам, абд, раб дарующего, абд тоже оставили, оставили имя Аллаха, Вахаб, и ее исказили. Они не понимают, вахабиты – это слово от Вахаб. Вахаб – это дарующий, имя Аллаха. И они просто не знают, насколько надо быть извращенцами, чтобы имя Аллаха сделать имя нарицательным. Это кроме как шайтан, нормальный человек, разве мусульманин мог такое сделать? Какой-то шайтан это сделал, а вы, как тупые люди, последовали за ним. Человек говорит «Вахаб, Вахаб», от имени Аллаха произошло. Постоянно вот эти байки людей все время, уже на протяжении десятилетий, кормят вот этой сказкой, если от имени Аллаха произошло, и если тот, кто придумал этот термин, является шайтаном, как этот джахиль говорит, то назовите в первую очередь вот этих людей шайтанами. Назовите праправника ибн Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, который вот как я вам зачитал, и в первом томе это Ад-Дура Руссания, это ваши книги, о сообщество таймитов, вахабитов, это ваши книги, это не наши книги, это не книги Ашаира, это не книги Матрудитов, это не книги Суфиев. Вот с этого момента началось использование термина салафит. До этого, 1952 год, до середины 20-го столетия термин салафия и салафизм не было. Они не употребляли по отношению к себе. Нету такого людей, которые говорят, являются мы вахабистами. Сейчас просто придумали термин салафиты. Где, покажите, вот Ад-Дура Руссания, 16 томов, еще раз повторяю, начиная от самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба до первой половины 20-го столетия, за 200 лет собраны все их книги там, все их трактаты неджидийских вот этих проповедников. Покажите хоть одно место, где они назвали, что себя салафия или салафитами. Нет, такого нету. Они вот себя назвали вахабитами. Нету такого. Это выдуманный ярлык, который вешают. Удивительно, на 79 страницах в общей сложности термин «аль-вахабия» употребляют 79 раз. Какой-то шайтан это сделал, а вы, как тупые люди, последовали за ним. Вот ваши книги. Что с этим делать? Скажите. А вот и зачем обманывать людей? Зачем людей вводить в заблуждение, что, мол, вот, это придумали враги ислама? Нету такого, из этого ты не найдешь ответ тоже. Он не знает. Родной брат Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, который написал еще при жизни своего брата книгу, он знал. Праправнук Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, который называл, что они на пути ваххабизма, он знал. Сулейман ибн Сахман, их звезда, вот, который написал книгу, включил название «Аль-Хадийяту Ссаниия ват-Тухфату ль-Ваххабийяту ан-Наджидийя», он знал. Мухаммад Халиль Харрас, на которого они опираются, чьи шарихи они читают, он знал. Ибн Баз, которого они считают тоже алламы, он знал. Фаузан, который говорит тоже «Хада фахрун ляна», это гордость для нас, видео есть в Ютубе, послушайте. Он знал, знает. А эти не знают, эти просто дурочку включают, думают, а, не знаю, это придумали как-то, это басня какая-то, да? Это кроме как шайтан, нормальный человек, разве мусульманин мог такое сделать? Так если басня, если придумали враги, тогда получается это враги, Ибн Баз враг ислама, Фаузан враг ислама, так получается, этот Мухаммад Халиль Харрас, этот Ибн Сахман, потом праправнук Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, получается, это как шайтан придумал, это он что, согласно вашей логике, они что, шайтаны? Так назовите своих ученых шайтанами, назовите их врагами ислама, назовите их теми, кто издевается над именем Аллаха. Вы же говорите «Аль-Вахаб», даже «Аль-Вахаб» не могут произносить. Они не понимают, «Вахабиты» — это слово от «Вахаб», имя Аллаха. «Вахаб» говорит. «Вахаб» — это имя нарицательное, это вот «Вахаб». Если кто-то кому-то что-то дарит, его тоже называют «дарующий». «Аль-Вахаб» — да, это имя Аллаха с артиклем.